Друзья, привет! Фикс прайс, Калантай 24, Большевиков 33, Санкт-Петербург. Привезли очень много новинок. Сейчас будем все рассматривать. Приятного вам просмотра. И, наконец-то, поступили к нам долгожданные птички. Помните эту коллекцию? Зеркала, мягкий кашпо. Вот такая птичка. Она достаточно большая, примерно от клюва до кончика хвоста 15 сантиметров. Сделана из стали. Вот такая вся плетеная, сделана аккуратно. Очень легкая. Есть белые птички и черные птички. Цена 199 рублей. В этом отделе также есть новинки. Это наборы для ароматизации помещения. Туда входит ароматическое масло 10 мл, вулканические камни, стеклянный стакан. Надо достать вулканические камни, положить в стакан и капнуть несколько капель масла. Нашла такие ароматы: расслабление, дерево и юдзу, спокойствие, эвкалипт и свежая мята, и гармония, лаванда, мята и ваниль. Стоит это все 299 рублей. И еще наборчики для ароматизации помещения. Вот так упакованы. Мне эти даже больше понравились. Здесь ароматическое масло и гималайская соль в стеклянном стакане. Нашла также гармония, цветочный сад и ванилин. Спокойствие, шисо и чай. И расслабление, лимон и бергамонт. Цена 299 рублей. Органайзеры для косметики и аксессуаров. Баночка с крышкой. Черная, белая, серая. 199 рублей. И две баночки с крышками. Также стоит 199 рублей. Новинка. Кошелек. 19,5 на 10 сантиметров. Посмотрите, сколько много внутри карманов. И карман на молнии имеется. И вот такие расцветки. Многоцветные, комбинированные. Очень аккуратно сделан. Все строчки ровные прошиты. Нашла только три варианта расцветок. И цены, к сожалению, пока не было. И опять новинка. Это лампа переносная аккумуляторная с кабелем USB 100 см. Три часа работы без подзарядки. Три режима свечения. Яркий, приглушенный и мигание. Световой поток 250 люменов. Это очень много. Можно использовать на кухне, на рабочем месте или в гардеробной. Можно прикрепить на магнит или повесить на крючок. Цены, к сожалению, не было. Ну и привезли щетки для обуви, для одежды. Основание дерева бук, щетина искусственная. 59 рублей. Стельки зимние, состав натуральный войлок, искусственный войлок и металлизированный лавсан. 55 рублей. Новинка для рукодельниц. Это термоаппликация для одежды. Лента декоративная. Длина 90 сантиметров, ширина 1 сантиметр. Есть подробнейшая наглядная инструкция, как и что делать, приклеивать. И вот такие расцветки. Все немного блестят. Голубые, золотые, серебряные, красные. 79 рублей. Новые крючки. В наборе 3 штучки. С клеящим слоем. Есть подробная инструкция. Но все это прекрасно знают. Они клеются на чистую поверхность обезжиренную и держатся намертво. Вот такие расцветки есть, белые, сиреневые, серые, 59 рублей. Новый женский парфюмированный дезодорант-спрей, очень ярких, красивых бутылочках, 150 мл, 99 рублей. Три разных аромата. Биоактивная восстанавливающая маска для волос, яичная, с протеином и лецитином, для ослабленных волос. Питает, увлажняет, придает волосам эластичность и блеск. 450 мл, 99 рублей. Так я так и хожу. Иногда. Бальзам плюс кондиционер Kiwi плюс кератин для всех типов волос, также для окрашенных. 450 мл, 99 рублей. И шампунь Kiwi плюс кератин, очищение и блеск. 400 мл, 99 рублей.
Бальзам для губ, бархатные губки. Нашла клубника, малина, банан, кола. Я купила себе малинку. Очень приятный бальзам. Хорошо, очень увлажняет губы. 39,50. Новинка в уходовой косметике. Это отшелушивающий кислотный пилинг пада. 55 штук. Также в составе гиалурон и алоэ. Есть пинцет. Не требует смывания. 149 рублей. Крем для рук. Бархатные ручки. Роскошь макадами. Питает и глубоко увлажняет. 79 рублей. Новинка. Густой гель-бальзам для посуды. Эффективная формула. Безопасный состав. Устойчивая пена. Нашла гель без отдушек. Драконий фрукт и еще гуава и цитрус. 1 литр, 99 рублей. Москва. Крючок на дверь, не требующий крепления, 14 сантиметров. Это окрашенная сталь. Подойдет в прихожую, в ванну, на кухню. 59 рублей. Насадка на швабру, сделана из хлопка, достаточно густая. Цены, к сожалению, не было. И следующая новинка, по-моему, классная и очень нужная. Это щетка для пыли с телескопической ручкой. И обратите внимание, какая у нее густая и мягкая щетина. Ручка раздвигается до 105 сантиметров. Вот такая длиннющая. Достанет до всего. Вот такие нежные, приятные расцветки. Цена 149 рублей. Завтра пойду обязательно куплю. Полотенце вафельное 38 на 70 сантиметров, 100% хлопка, украшено серебристыми полосками, очень аккуратно сшито, и серые, розовые, зеленые и бежевые. Производитель Узбекистан, 79 рублей. Мочалка-рукавичка для душа в виде дракончика, 18 на 20 сантиметров, мягкие они с поролоном, 99 рублей. Бутылка для воды и других напитков 550 мл. Веревочка для переноски находится в бутылке. 99 рублей. Вновь появилась посуда производитель Иран. Салатик на литр 700. Красивый цветок. Очень толстое, качественное стекло. 199 рублей. И блюдо. Но очень красивое. 149 рублей. Поступили контейнеры для еды, сделанные из стекла, 620 мл, крышка из пластика, герметично закрывается, есть силиконовая прослойка, 199 рублей. Также привезли контейнер большего объема, 960 мл, крышка герметично закрывается, 249 рублей. Форма для выпечки пиццы 31 сантиметр или для песочного пирога. Посмотрите, какая она красивая. 49,50. Поступило печенье сдобное с сахарной обсыпкой в красивых ярких баночках. Сделано печенье на маргарине, не содержит пальмового масла. 150 граммов, 116 рублей. Я покупала в том году. Нам нравится это печенье. Два вида коробочек. Страшилки. Друзья, спасибо большое за внимание. И сегодня я вам покажу свой сад-огород, так как мы 2 дня не ходили на улицу. Шел дождь без прерыва. Даже иногда со снегом было очень холодно. Но в ближайшие дни обещают без осадков, так что пойдем гулять. Мы без этого не можем. И вот мой мандарин. Мы уже собрали первый урожай. Они такие вкусные. Наверное, потому что свои. Очень сочные. Посмотрите, сколько много. Бедное маленькое деревце. Еле их держит. Но это второй урожай помидоров. А вот эти мандаринчики. Свои. Друзья, я с вами прощаюсь до завтра. Всего вам самого хорошего. И пока. Холодно, а это моя любимая Масяня. Куда пошла?
в заросли.